Культура – это общечеловеческая память мира и общества. Каждый день мы рассказываем вам о главных событиях в этой сфере. С вами я, Айгерим Кали, и команда новостей культуры. Мы находимся в столичной галерее «Хассанат». Сегодня в нашем выпуске. Казахские мотивы в итальянском исполнении. Праздник музыки от Джанфранко Бартолато. Секреты мастерства от легенды кинематографа Рашида Нугманова. В стенах Казахского национального университета искусств Рашид Нугманов уже свой человек. Знаменитый кинорежиссер проводит серию мастер-классов для столичных студентов, с которыми он делится своим опытом. Как написать сценарий, собрать команду, отснять и выпустить готовый продукт в прокат – все это можно узнать на занятиях. На ближайшие полгода у кинорежиссера подготовлена интересная учебная программа. Мы начинаем с азов. Вообще, что такое кинопроизводство? Из каких этапов оно складывается? Потому что, не зная вот этих азов, базы, рано говорить о том, как вы будете продавать свою картину, как вы ее будете в кинотеатре. Надо ее сначала сделать. Поэтому мы сейчас мастер-классы усиленно занимаемся глубоким изучением процесса кинопроизводства. От замысла, от идеи к законченной картине и потом к ее прокату. Рашид Мусаевич планирует вернуться в ряды действующих режиссеров, а благодаря имеющемуся творческому багажу в сентябре он руководил международным кинофестивалем в Алматы. В этом году, в 2015 году, я поработал на кинофестивале «Евразия», был генеральным директором его. Это заняло много времени, но я параллельно занимаюсь своими проектами. Я возвращаюсь в кино, вот, и параллельно несколько проектов я пишу. Сейчас они в стадии разработки. Мэтр казахстанского кинематографа, автор культовой киноленты «Игла», уверен, что грядущий год окажется таким же насыщенным. Ну а молодому поколению в 2016-м удастся попасть на его мастер-классы как минимум 3 раза. Один из древнейших музыкальных инструментов зазвучал со сцены органного зала Казахского национального университета искусств. Известный солист оркестра театра «Ла Скала» и римской оперы Джанфранко Бартолато представил искусство своей страны в рамках Года культуры Италии в Казахстане. Две культуры встретились на одной сцене. В столице прошел концерт итальянского музыканта Джанфранко Бартолато. В программе вечера звучали не только произведения из признанной мировой классики, но и творения современного казахстанского композитора Серика Абдинурова. Гость из Италии отметил, что эта музыка своеобразна, так как пропитана национальным колоритом. Ранее был концерт в Караганде, и вот сегодня я выступил в Астане. Очень теплый прием был в двух городах. Столичная публика особенно хорошо меня встретила. Для меня очень важно передать настроение произведения, эмоции. Я думаю, сегодня между мной и слушателем состоялся контакт. Мы поняли друг друга без слов. В концерте также принял участие Евразийский симфонический оркестр под руководством дирижера Оскара Дюсенбаева, солист римской оперы, участник оркестра театра «Ла Скала», а также лауреат международных конкурсов, был вдохновлен нашим городом и обещал привезти сюда новую концертную программу. Для тех, кто хочет пополнить свой культурный багаж, афиша культурных событий Казахстана. На главной сцене столицы в Центральном концертном зале «Казахстан» пройдет новогодний концерт. Последние 3 дня старого года в Астана опера, традиционный балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. Праздничный спектакль для самых маленьких в театре для детей имени Габита Мусрепова. Мы ежедневно рассказываем вам о событиях, явлениях и людях из мира искусства. Смотрите нас также на сайте 24KZ. И помните, что в культуре основанием служит вершина. До свидания.